Мотобродяги глобального масштаба задержались на несколько дней в Москве. Какая она любовь к путешествиям втроем, выяснял Владимир Щеглов. 11 в Центральной Азии, 37 в Европе, 8 в Африке. 80 стран уже объехала эта аргентинская пара. Впрочем, почему пара? Они путешествуют втроем. Это Трико. Он испанец, и мы нашли его на улице. Он с нами уже 9 лет. Эта кругосветка стартовала в 2002-м, когда плотник Джулиан и парикмахер Лорена решили увидеть мир. У них было $1500 и новенький двухместный мотоцикл. Собственно, все. А им больше ничего и не надо. Это ваша кровать. Очень круто. Да, она как наша палатка. Последний раз они спали на кроватях где-то под Менделеевском, и то потому, что был ливень. Чаще ночуют в палатке, вот как здесь, в 100 километрах от Красноярска. В Москве их приютил приятель, такой же, как они, заядлый путешественник. Эти люди, они каждый раз озабочены тем, что им нужно найти, где поесть, где найти денег, где заночевать, где починить мотоцикл и прочее, прочее, прочее. Это очень тяжелое, трудоемкое дело. За 10 лет они сменили 3 паспорта. Дважды делали документы собаки. С Трико у них немало хлопот. И ладно бы только прививки. Его не пустили в Австралию, пришлось отправлять самолетом. Но они близко не думают кому-то его оставить. Это мой лучший друг Трико. Кстати, где он? Трико? Они в дороге в любое время года. Норвегию, например, пересекали в минус 25, но по России двигались особенно быстро. Сегодня, 24 августа, мы в России. За моей спиной Байкал. Здесь достаточно холодно. Я боюсь представить, что здесь происходит зимой. Вот тот самый мотоцикл, на котором они уже объехали почти весь мир. Его называют лучшим туристом, грозой для городских жителей. Но что самое важное, отправляясь в это путешествие, они должны были изучить каждую деталь этого мотоцикла, чтобы в любой момент его починить. And who is mechanic in your crew? И кто же механик в вашей команде? Трико? Да, иногда помогает, но у нас не было особых проблем. Трижды были неполадки с проводкой, но любые поломки я могу починить сам. Были бы деньги, они их зарабатывают. Еще в Бразилии научились плести фенечки на продажу. В Москве разложились на Воробьевых горах. И вот результат. 3 браслета. Еще 1500 рублей дали прохожие в ответ на призыв помочь аргентинцам продолжить путешествие. Это тяжело, это очень тяжело. Без каких-то удобств, к которым уже человек привык, городской житель. У меня бы, наверное, не хватило бы сил. А у них пока хватает. Собираются пересечь Африку, после в Канаду и Соединенные Штаты. Это еще года на 3-4. А там, быть может, вернуться в родную Аргентину. Другой вопрос, надолго ли? Владимир Щеглов, Андрей Зыков, Майя Бобовникова и Диана Кравиди, РЕН-ТВ. Стали свидетелями еще более потрясающих.